группа Stuff Lenin Band на канале Первый Underground ровно год спустя. Группа Stuff Lenin Band на канале Первый Underground. Что ж, представьтесь. Вася. Юля. Дима. Сколько? Ладно, Стас, расскажи об изменениях в составе. Ну, как видишь, тут вообще изменения капитальные. И оно будет в следующем году. А кто как притянулся? Притянулся, я думаю, надеюсь, что барабанщик, Женя, Юля, труба. И Андрей басист. А гитарист у нас чуть-чуть играет и все. Я скорее не притянулась, а вернулась. Вернулась точно, да. Ладно, а как проходит гастроли? Ну, интересно. Интересно? Не знаю, у каждого свое будет мнение. Вас ищут в поездах. Да. И наш барабанщик уже привыкает на полке славы, да. На концертах танцуют или только ты устраиваешь перформанс? Ну, каждый двигается. Не знаю, мы не разрешаем. То есть статичных нет, да, таких? Нет. Это у меня остается. Ну как, ну вообще. У кого как душа поет, вот такие пляжки. Очередные релизы. Не за горами? Да, перед Новым годом будет футбол. Футболы, да? Да. Здесь какие-то особые планы, где-то сводить или? Сводить. Хотелось бы, конечно, и в Америку там отправить куда-то, или там в Россию, но я думаю, этот EP-альбом еще сделаем такой. Типа, вообще там, Independence, а следующий уже, да. На следующий я уже накоплю, и каждую песню хочу, чтобы она была соединена. А вообще сколько ты песен написал? Написано много песен, но хочется только лучше вести. А которые не будут альбомы, будем их играть. Как у ББ? Вместе со всеми проектами, ну, есть, когда ему было 24 года, я думаю, что у меня больше альбомов, чем у ББ. Когда мне будет 63 года, то будет альбомов, возможно, и больше. Когда-нибудь у тебя есть такие песни, на основе которых личные переживания? Да, есть. Меня вчера жена бросила.
Кстати, да. То есть ему поставили вопрос. То ли это печально, то ли это радостно. Ну, я не знаю. Ты его через год спросишь. То есть ему просто поставили вопрос ребром. Либо музыка, либо дом на твоих ножках. Ну, я выбрал легендарную панк-группу из Одессы. Пока что из Одессы, а может мы будем... У нас еще на листочке есть. Какую песню вас просят чаще на концерты? Просто такую, дайте нам это, давай. Ну, сейчас в туре, то есть мы будем играть в тех городах, в которых я никогда не играл. То есть вообще ни с какими проектами. То есть мы играем для неподготовленных публики, что больше всего интересно. А для старых, ну, которые приходят там не первый раз, я, если честно, даже не знаю. Ладно, в родном городе узнают? Да, не только в родном городе. Не только уже, да? Ну, если ты в центре засуешься любого города, то на всех. О, это Ленин, да? Либо на фестивалях, когда ты играешь там. Деятельность группы, она окупается, или вы занимаетесь музыкой себе в убыток? Ну, пока местами. Ну, в будущем, то есть, там, тур на 2017 год, организаторы уже появляются более лояльные, что раньше даже не было, то есть, даже если ты играешь там на концерте с бесплатным входом, то себе и оплачивают и проезд, и вписку. На корпоративы зовут? Звали недавно. Звали? Ну да, ну не играть авторское, а попросили сыграть какую-то звезду и какую-то лирическую. То есть лирическую мы могли бы и свою сыграть, но не знаю, мне что-то не хотелось. То есть мы там бы играли бы перед какими-то блядями. Я сначала согласился, а потом подумал хэппи-бёрдэ спеть в 9:30 утра, как мне сказали, в акустике. Просто никто не придет. За 500 гривен. Если нас позовут на корпоратив играть свою программу, то, конечно, для любых. А, все еще волнуетесь перед выходом? Не особо. Я вот недавно дебютировал в театре. Театр, вот да? Меня, да, вот меня там трясло вообще все время. Спектакль шел практически 3 часа, и там оно потихоньку отпускало, но потихоньку, то есть. А так. Современный театр. Ну там спектакль стиляги. Mm-hmm. Ну современник, это я не знаю. Ну за декорациями спрятаться не давали, да? Давали. Что у меня там, я мелькал. Не то, что я там тут играл, мелькал. Ну не играл в дерево, да? Ментайка. Да, мента, который делал стрелянами.
британская сцена или американская сцена? Я думаю, американская, потому что сначала появилась американская, а потом британская. Также и джаз появился в Америке. Остальные? Да, я думаю, что ближе к Америке. Не, ну если по музыке вообще сравнить, то мне больше нравится британская музыка. Больше британская, да? Ну, да, но если так, да? Больше объективно, американская, она агрессивнее. Если объективно, то это американская, естественно, что где зародилась там. Если бы нужно было создавать парфюмы, отражающие суть вашей группы, какой бы это был бы запах? Женский. Да. Оргазматрон 2000. Оргазматрон 2000. Хороший. Главное, чтобы не какой-то акс. Да. Ужасный. Желательно не шоколадный. Я задыхаюсь, они брызгаются аксами. Дихлофос. Дихлофос тоже надо. Считаешь ли ты или считаете ли вы, что вы принесли музыку что-то новое? Я считаю, что да, что у нас интересно. Тем более, каждый альбом у нас отличается. Будет отличаться. Экспериментирую. Понимаешь, у нас как бы ребята меняются, каждый что-то свое вносит. Да. Так что. Смена музыканта, но вот меняется да. Это угля. В любом случае, у каждого человека. Приходилось ли участвовать в благотворительных акциях? Должны были, но нет. Ну я разве что там подаяние давал. Шляпы переходили, да? Да. Но не всем. Аскером. Да. Я аскером, если честно, не даю. Мне не нравятся эти уличные музыканты. Но может быть в каком-то туре, когда у нас будут кидалы организаторы, мы будем искать. А самое необычное место, в котором приходилось играть? Необычное? Да, самое необычное. Может, стрёмное? Я думаю, что это впереди. Слободка. Где там на Слободке? Слободка прямо во дворе. А-а-а. Ну, соседи были в восторге. Я даже не знаю. Пока что не было. Вопрос следующий. Зимовать в кедах – это рок-н-ролльно? Да. Красиво. Красиво болеть. Это притишь. Не, ну если зимний кедах, почему нет? Ну да. А клипы снимать планируете? Да, конечно. Да есть там бредовые клипы, которые я вообще стесняюсь показывать. Просто закинул на память. Буду. Чем лечите спад творческой активности? Что ж так спад? Чем лечит тебя спад творческой активности? Ну я каждый день слушаю. Коньяков. Остальные? Музыка. Да, коньяка еще музыка. Коньяк и тёмный. Да, кстати, кто-нибудь что-нибудь читает? Я читаю сейчас первый том Станиславского. И Германа Мана про 94. Молодые годы, да? Да, молодые годы. На первый год. Тоже первый. Что понравилось из альбомов этого года? Что ты такое запал? 2016, да. Что дольше всего в плеере задержалось? Наверное, Иги-поп и Дэвид Боуи. Да, но Иги-поп недолго не заходил на самом деле. Ничего интересного. Что, ну металлики новые, но... А, он мне не понравился. Группа Стас Ленин Бэнд на канале Первый Андеграунд. Ага. В 2016-м еще получил Нобелевскую премию Боб Дилан. Иван, я, кстати, почему нашел что Рекорд? Но, понимаешь, я еще смотрел передачу, там где Литницкий, Троицкий, еще кто-то был, точно не помню. Тему, да, обсуждали эту тему. Троицкий и Литницкий был недавно на Литнице. Он не любит Боб Дилан. Мощный наркоман. Я тоже не люблю Боба Дилана. Но, тем не менее, в чем суть? В том, что Боб Дилан большее влияние оказал, чем Леонард Коэн. Да, ранние песни протеста положили. Да, и у Леонард Коэн, он как бы более поп, вспомните. А Боб Дилан, у него, как бы, мне кажется, своя есть точка зрения. Этот телеканал перевернет твое сознание. Заставит смотреть на мир иначе. Мы... Не такие, как все. Только честная музыка и реальные события. Качественные клипы неизвестных групп. Места, которых нет на карте. Свободная жизнь по ту сторону экрана. Программы, которых нет нигде. Первый андеграунд.